Новаторство, качество, исследования и высокие технологии, послепродажное обслуживание, отличное знание этой производственной отрасли – вот характеристики фирмы Capello S&C из Куньо, европейского лидера в области проектирования и производства приспособлений для сбора зерновых. Capello объединяет богатый опыт с современным подходом, нацеливается на постоянное обновление средств производства, самые передовые технические решения, выполняет постоянный пересмотр проектов. Сегодня сельскохозяйственные работы должны радикально упрощаться с постоянным повышением производительности и технологического уровня. На фирме Capello это знают и сделали это философией фирмы. Фирма находится в современном промышленном районе города Куньо, Мадонна дель Ольмо, Виа Валли По, на главной дороге от административного центра Гранда к Салюццо, в нескольких километрах от аэропорта Олимпика Турин-Куньо-Левальдиджи, в 75 километрах от аэропорта Казелле и в одном часе езды от Миланского международного аэропорта Мальпенса. Все производственные этапы выполняются на фирме. Производственные, офисные и складские помещения, которые занимают площадь почти в 100 тысяч квадратных метров, и где занято свыше 60 работников, специалистов данной отрасли, которые строго и с целенаправленными проверками выполняют этапы проектирования, обработки и сборки. Результат? Не знающие себе равных качества и простота использования кукурузоуборочных жаток Quasar и складных платформ Grain System. Ничто не происходит просто так. И в этой связи стоит вкратце рассказать об истории возникновения фирмы, которая уходит своими корнями в далекое прошлое и пристрастие тех, кто стоял у ее истоков. Фирма Capello возникла в одном из районов в окрестностях города Куньо, которые в наибольшей степени характеризуют сельское хозяйство Северной Италии. Вокруг предприятия до сих пор процветают интенсивные посевы кукурузы и пшеницы, которые и определили начало деятельности фирмы. Поэтому в этом случае как никогда наблюдается тесная связь между продукцией фирмы Capello и посевами, которые в значительной степени определяют окружающий пейзаж. Предприимчивость Франческо и Ренато Капелло, с детства занимавшихся уборкой пшеницы, которой их привлекал отец-арендатор, приводит их в 1958 году к основанию первого собственного предприятия – небольшого цеха для ремонта и изготовления сельскохозяйственного инструмента и инвентаря. Решающим становится 1975 год, когда они начинают серийное производство первых жаток для полного срезания кукурузы. С этого момента начинается непрерывное, неудержимое усовершенствование оборудования. Сегодня Capello выпускает полный ассортимент кукурузоуборочных жаток и платформ для уборки зерновых и экспортирует свою продукцию на 4 континента. А теперь настал момент представить одну из жемчужин сельскохозяйственной техники и точности, которая уже много лет является предметом гордости Capello. Занимаясь более 50 лет непрерывным поиском новых идей на службе сельского хозяйства, компания постоянно обновляет проекты и процессы производства жаток и платформ. Использование новых технологий и поиск самых передовых и универсальных решений являются главным фактором силы Capello. Quasar – новые кукурузоуборочные жатки. Более высокая производительность. Обшивка и наконечники из технополимера – особого пластика, специально предназначенного для определенного применения, облегчают подачу и прохождение материала. Листья и стебли скользят по нему, не прилипая, в любых условиях жатвы, даже в самых неблагоприятных. Минимальная потеря початков и зерна. Новое оснащение поглощает удар початков. Початки не отскакивают, поэтому значительно снижаются потери материала и вылущивание. Прочность становится легкой. Обшивка из полиэтилена весит всего треть по сравнению с соответствующей металлической обшивкой и обеспечивает гораздо более высокую упругость, ударопрочность, отсутствие накопления лишнего веса.
В модели со стеблеизмельчителем технополимер не допускает прилипания измельченного материала к нижней части обшивки, препятствуя таким образом накоплению лишнего веса и образованию ржавчины. Различные рабочие углы. Благодаря эксклюзивной системе регулирования наконечники могут устанавливаться в различные положения для всех рабочих углов. Максимальный срок службы, минимальное техобслуживание. Не существует проблем коррозии или выцветания. Простота доступа и легкость обшивки облегчают проведение обычных операций техобслуживания. Компактные и безопасные на дорогах, но большие в работе. От рабочей ширины в 6,5 метра до 3,2 метра всего за 2 минуты. Новые жатки «Квазар» большие и быстрые, даже когда стоят при складывании до минимального габарита. Всегда безопасные. Все главные передачи выполнены в масляной ванне, предназначены для самых неблагоприятных рабочих условий и оснащаются ограничителями крутящего момента, обеспечивающими их защиту и длительный срок службы. Отличный обзор и высочайшая устойчивость при управлении, который способствует равномерное распределение массы, обеспечивают простоту, быстроту и надежность перемещений и маневров. Максимальное внимание мельчайшим деталям, эксклюзивный дизайн и традиции итальянского производства всегда определяют философию проектировщиков Капелло. Новаторство, прочность, высокие технологии, внимание к деталям, абсолютная безопасность – вот выигрышные характеристики продукции Капелло, лидера в этой области, лучшего партнера для полей всего мира. Технология на службе сельского хозяйства, уважение человека и окружающей среды – вот выигрышный выбор фирмы Капелло.